Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон, и это коротко о французском жиме лежа. Французский жим – это упражнение со штангой для развития мышц трицепса. С учетом, что это упражнение выполняется немного в наклоне, здесь акцент идет на длинную головку, поэтому будет целесообразно немножко выводить вперед локти. Поэтому выполняется данное упражнение примерно следующим образом. Вы сгибаете руки и разгибаете. Локти смотрят вперед. Если вы начнете выводить локти в стороны, выполнять вам будет немного легче. Но это уже будет технической ошибкой, потому что в движение будет включаться плечевой сустав. А значит, будет включаться передняя дельта. Также нагрузка будет переходить с длинной головки на внешнюю. Выполнять данное упражнение стоит в более силовой манере, чем в памповой. Во-первых, это упражнение со штангой. Со штангой выполнять памповые упражнения не очень хорошо, потому что не чувствуется такой пампинг, как, к примеру, на блоках. Также это упражнение стоит выполнять примерно в 3-4 подходах. Ставить его в начале тренировки. А лучшее количество повторений это примерно от 10 до 12. Но можно и ставить меньше, и 6, и 8 повторов. Но классически все-таки оно выполняется в большом количестве повторений, а не в малом. Потому что это односуставное упражнение, а не многосуставное. Всем спасибо, до свидания.